Дом культуры, да? Привет. Камера работает? Работает. Тут включил, тут сказали, можно. А, уже включил, да? Да. Сергей Николаевич, участник соревнования по лыжным гонкам, эстафете 2 по 2. Ибрежский территориального округа построена. Главный судья соревнований Петров. Приветствую, спортсмены! Рад вас видеть снова на Тосинской земле, действительно. Вот мы еще в январе с вами говорили, что лыжный вид спорта, будь это биатлон, триатлон, лыжные гонки, каждый вид спорта он уникален. И я очень рад, что мы общими усилиями при желании можем любого уровня соревнований провести и в деревне, и в городе, хоть где. Поэтому, уважаемые участники, спасибо вам, что вы сегодня, несмотря на выходной день, приехали в таких веселых, красивых костюмах, и настроение, самое главное, у вас такое боевое, спортивное, чтобы всегда мы радовались, чтобы мы всегда дерзали, чтобы мы всегда стремились к лучшему и сами себе создавали это настроение. Если не мы, то кто тогда? Поэтому все в наших руках, я очень рад Вячеславу Александровичу, коллективу, спортсменам, так дерзать, будет еще лучше. Все в наших руках. Ура! Ура! Сергей Николаевич, спасибо! Если ты не прошел на соревнования. Бой вид! Бой сельского поселения, территориально. Никонов Валерий Вениаминович. Спасибо. Вот сегодня я перед собой вижу вот таких самых преданных своему делу лыжников. Сегодня у нас закрытие зимнего сезона. Я хочу вас поблагодарить всех за то, что откликнулись на приглашение, пришли. И вот, не представляясь, удивляться вот такой позитивной энергией Ильиных, семьи Ильиных. Вот, в данный момент Сергей Ильина, конечно. Ильиных, вот у нас недавно был сейчас фестиваль народного творчества. Вот там вся семья Ильиных вот участвовала. Такую энергию дали они. Но вот они не только себя, они всех нас заряжают этой энергией. Я поэтому хочу вас поблагодарить, сказать спасибо, что вы сегодня пришли сюда участвовать в этих лыжных соревнованиях. Большое вам спасибо. Я не желаю вам победы, я желаю вам, чтобы вы сегодня провели этот день праздничное, большое настроение, а потом собрались за узким столом, семейным таким столом, потому что сегодня перед собой я вижу большую семью, любителей вот этого лыжного спорта вида. Поэтому удачи вам и счастья. Сейчас перед вами выступит коллектив Сельского дома культуры. Будем заступать, кем голоса, кого сидя.
Участникам быстрой лыжни, чтобы не было ни одного проигравшего. У нас закрытие сезона, сегодня пробежать, закрываем сезон и в этом году, уже начало зимнего сезона, выйти на лыжню, чтобы на будущий год, я думаю, двое, чтобы больше было лыжников. Ну и болельщиков. Болельщиков не было. Наша программа соревнования. Старт. Первыми стартуют мужчины, юноши, потом девушки. Значит, вторыми девушки стартуют, потом третьи мужчины и наоборот. То есть по нечетным номерам стартуют девушки, по четным мужчины. Первые, третьи девушки стартуют и второй, четвертый мужчина. Вопрос нет? Ни пуха, ни пера. Все? Просто продавить вот. Туда бурное. Лыжи заморода, палки зем. Тут стою лазься. Лыжи не иди в мощь когда. Ботинки зем. Не мягче в мощь. Лыжи не иди в мощь. Вот палки. Что, Александр? Так, в ту сторону. Я вот в курсе, чувак. У Леси привет.
Нет. Ты мне передаешь эстафету. Номер ты можешь? Алёк, что номер? А номер скинул. Иди гиза, пожалуйста, иди гиза. А старт в какую сторону? Сюда, да? Наоборот? Не знаю, как правильно. Ну как интереснее будет? Работать или... Ну смотри, вот здесь подъем хороший. Если сюда и работать. С Петровой Чакмичуком. Наоборот, что наоборот, что ли? Да. Ну ладно, завершаю охуенный день. А это же картофель? Сейчас будет стартовать у нас первый этап девушки. Всего 4 этапа. У них идет один круг. Готовы? Ладно, стой. Сейчас, погоди. Батмазова, мы не стоим. Тебе принял рапри? Да. На фотографии день. Вот. Учень Сернова чуть-чуть. Да, это, Буран, перешли на ту сторону. Все, поехали. Ну, пока ты сидишь, ты не сидишь. Кто там второй? Передача эстафеты где? А? Передача эстафеты где будет? Передача эстафеты где? Вон стоят. От начала флага. Коридор передачи. Вот первый флаг. И вот финишный этот спорт. На вон сзади. Марина Водяшкина пока идет лидера.
Далеко уехали они? Да. Далеко даже, да. Первая команда и прямой. Команда, вот команда. Третий. Четвертый там. Все, наш команда пришла. Отрыв, конечно же, большой. Сейчас лидер пошел на последний круг. Видео, что ли? Обратно? Нормально, нормально, работай, работай. Лидер гонки идет на финиш. Первый. Все, финиш. Второе место. Финиш там, весь сейчас. Финиш там. Вот, 31.
ну, поехали. Готовимся, мы старту. Давай, ходи. Давай, давай. Эмбермен. Все, заключительный участник на финиш. Что за мастер платера? А? Что за мастер будет, говорят? Общий для видео. Она что хотела? Сейчас общие фотографии и потом вы объявите, старт мастер объявите. И мы один сделаем. Последний участник надо подождать, это неправильно. Сколько на запад? Ася, на тренер ведет? Ага, да, Ася, как вчера. Вон гинеси. Сейчас будет масс-старт, фотосессия. Маленькие, вперед! Мы там палки не разломаем там? А что, стартовать надо? Не знаю. Стартовать не надо, наверное? Масс-старт, говорит, масс-старт. Масс-старт как будто, да? Только аккуратно не ломайте, ну. Почетный круг? Ну давай, почетный круг. А давайте сфотографируемся, пока стоим. Фотка, Сереж. Потом после почетного круга еще 20 минут собираться. Давай, давай, давай. Левее двигайтесь. И в газете появится потом. Давай вперед! Белый, вперед, синий, давай. Руслан, палки отдай! Белый, так, слева, палки, да? Дайте мне! И палки! Конечно! И на финик будешь идти, крутить! Все, он победитель! Крутит! Хорошо! Все, так! Сначала белый! Сначала белый! Белый слева! Потом... Красный сюда! Белый туда! Да. Белый, синий, белый туда! Белый, синий, красный! Белый, синий, красный! Че у вас красные тут? У вас красные! Французы! Налево, красный туда! Один флаг летит! Слева! Красный сюда! Все! Спешил Данга! Один сзади Советский Союз. Один Советский Союз, да. Он сзади Советский Союз стоит. Руслан. Желтый Украина, блядь. Нельзя. Поэтому нельзя. Да, Украина, мать, Чувашия, как-то. А, желтый из Чувашки, да? Мне из Чувашки не надо, вперед выйти даже. Так, не рвем, идем спокойно. Внимание, на старт. Марш. Чтобы палки не сломайте. Палки аккуратно. Россия, давай, Россия вперед, тебя пьедестал.
героями спорта. Гордится страна, с нами наши сердца. Нам победа нужна, и пусть будет азарт. И борьбы апогей, быстрее, выше, сильней. Мы вместе. Россия, давай, Россия вперед, тебя пьедестал, золотой снова ждет. Россия вперед, Россия, давай, соперников вновь позади оставляй. Команда, давай, команда вперед, победы твоей, вся страна снова ждет. И наши глаза, и наши сердца, с тобой навсегда, с тобой навсегда. Россия, давай, Россия вперед, тебя пьедестал, золотой снова ждет. Россия вперед, Россия, давай, соперников вновь позади оставляй. Команда, давай, команда вперед, победы твоей, вся страна снова ждет. И наши глаза, и наши сердца, с тобой навсегда, с тобой навсегда. Россия, давай, Россия вперед, тебя пьедестал, золотой снова ждет. Россия вперед, Россия, давай, соперников вновь позади оставляй. Команда, давай, команда вперед, победы твоей, вся страна снова ждет. И наши глаза, и наши сердца, с тобой навсегда, с тобой навсегда. Пар бунна. Сейчас капру не нормала. Кто был? Поднимите руки, кто в прошлом году был? О, в этом году еще больше. Это говорит о том, что немножко у нас лыжный спорт. Потихонечку поднимаемся с колен, потихонечку идем к развитию, потихонечку видим. У нас есть понимание, что мы хотим, как мы, и у нас получается. Особая благодарность Саше Евкемову Курмасу. На улице они, наверное, стоят. Позвать надо. Саша Ефремов, что действительно, несмотря на все сложности, да, моменты, и он идет, готовит, вот школьники сегодня приехали, первая школа, там, да, Бляшевский, результат виден, что действительно, если трудиться, если стараться, результат он будет. Вот Манагельмар, это мне не надо, у меня не получается, как через не могу, через не хочу, порой, наверное. Может, иногда хочется с утра встать и в телефоне поиграть, там, не знаю, другими делами заниматься, но только не лыжами. Но чтобы добиваться результатов, мы знаем, что нужно пахать, что нужно работать. И это не только по лыжам, это по всем направлениям. Нужно уметь и петь,
заниматься, Валерий Ильич, знаете, сколько надо репетиций, чтобы первые и вторые голоса там были, ну, чтобы на сцене идеально выступить хоровой, например. Очень много. Позавчера вот тосинцы выступили на 90 почти 2 балла. Это о чем говорит? Что это действительно они занимались, выходили, спускались, брать со своей домашней хлопоты в клуб, также и спортсмены. То есть если мы хотим не только на районном уровне, да, показать себя, а уже подниматься дальше в республику, а вот от республики уже федерации, там, России, то, извините, это надо ежедневно трудиться. Это вам скажут наши ветераны, наши уважаемые учителя, что результат, он сам по себе не приходит. Поэтому я очень рад, что сегодня вы приехали. Сегодня мы очередной раз выступили. Сейчас красивые фотографии напишем, выставим на районном уровне, что действительно в Ибрисинском округе такое событие произошло. Проводили в феврале на призы Вячеслава Александровича Петрова. Кто видел репортаж по чувашскому по телевидению? Русские, Чувашлава, Руслан? Видели, видели все. Как вам репортаж? Очень хороший. Вот, вот видите, да, вот как там вот это вот все, Ельдерзенбе на лыжах, там вот эта вот мелодия. Настолько динамичный вот этот сюжет, они репортаж сделали, и выступление, да, и комментарии. В целом мы сумели это все сделать. А знаете же, за этим что стоит? Вот один день проведения, это надо было сколько, Вячеслав Александрович, мы с вами? Месяц, каждый день на звонке. Так, по Янгумбек трасса, завтра и другое, третье, там, по наградам, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот в течение месяца мы к этому шли. И добились вот такого результата. Всем понравилось. И все ждут. И мне буквально 2 недели тому назад звонит, значит, Сергей Петрович Скоросуев. Это у нас президент Федерации по лыжным гонкам Чувашской Республики. Я ему скидывал сюжет, говорит Сергей Николаевич. Так и так, мы, говорит, сейчас план тут составляем на следующий год. И хотели бы, говорит, в Ибрисях у вас провести межрегиональные соревнования все на лыжи. Какой-то этап, и все на лыжи, и там же несколько этапов. Мы, говорит, у вас хотели бы провести. Мы, говорит, видим, что не только в Лапсарах там проводить вот эти все этапы, а уже, говорит, хотим в районы выезжать, уже на районном уровне этапы это проводить. Я говорю, ну, вы, говорит, понимаете, там, ну, все эти моменты, я говорю, конечно, все там, начиная от подготовки трассы, заканчивая там, вот, ну, в общем, готовьтесь, что на следующий год у нас не только призы, дай бог, Петрова, у нас межрегиональный, еще мы все можем привести. Владислав Васильевич не даст соврать, да, вот мирового уровня, он говорит, сделаем, главное, чтобы было желание, стремление и возможности, вот. Так что готовимся, занимаемся. Сейчас роллеры у кого есть, надо сейчас выбрать, где это, что, как будем заниматься. И действительно, трасса может быть нам действительно другая, может быть, немножко нужна, там, в лес заходить, не в лес. Ну, в общем, надо придумать, это Тойси будет, это, не знаю, там, Новочурашево будет, Кляшево будет. В Хармалийском сельском поселении есть хороший новый асфальт, Хармалы. Ну, хорошо, в Хармалы. Если кто-то там живет. Вот небольшое объявление, в общем, мое видение. И действительно, общими усилиями мы можем все. Вот если я буду чувствовать от вас поддержки, от вас, вот, чтобы глаза горели, что да, я поддержу любую инициативу. Вот эта инициатива мне нравится. А когда я вижу, что только это мне одному как-то там надо, одно, второе, третье, ну, я, конечно, сделаю это ради себя, ради, чтобы мне, я от этого получаю удовольствие. Вы получаете от этого наслаждение. Вот если бы еще вы поддержали бы там, на раз, там, Сергей, так и так, не вопрос. В финансовом плане там, в части организации вопросов нет. Главное, чтобы стремление было ваше, чтобы я видел, что у вас глаза горят, что вы хотите добиваться, что не только на районном выступаю, вы хотите там, в Москву приехать, я вас встречу, там, ну, все организуем, гостиницы, там, ну, вот эти все моменты. Включимся в список. Договорились? Да. Все, молодцы. Сегодня действительно пробежались, все молодцы, показали хорошие результаты. Все дошли до финиша, а теперь настает у нас момент награждения, самое приятное. Поэтому я хочу пригласить на сцену Вячеслава Александровича для вручения и Валерия Неменовича для тоже награждения. Все, приглашаем. Thank you.
Юные лыжники, СОЖ номер один. Третье место. Все участники. Третье место. Юные лыжники. СОЖ номер один. Так, слева справа третье место. Откуда нам стать? Слева справа третье. Так, кто у вас? Командир команды. Сейчас забеги, Лен. Соблегчи так. Лена, молодец. Непобедимые лыжники, Нижняя Кляшево, на сцену. Теперь ждем победителей. Кто же у нас первое место? Ну, понятно. Саша Василий Ефремов постарался. Хаимпотваровские ребята там действительно показали лучший результат. Команда «Звездочки» награждается в смешанной эстафете по лыжным гонкам, приуроченной к закрытию лыжного сезона 23-24 в Ибрисинском муниципальном округе Чувашской Республики. Молодцы! Школьников. Действительно, мы в прошлом году только среди взрослых проводили. В этом году Саша решили включить также в программу и школьников. Но, наверное, это правильно было бы, да? Чтобы и взрослые, и школьники видели, что не только можно, нужно на лыжах, там, да, лыжные гонки, там, триатлоны участвуют, а также есть смешанная эстафета, где командная вот эта вся борьба,
она очень тоже красивая по-своему и результат интересный. А теперь награждаем среди взрослых команд. У нас сегодня участвовало 3 команды. В прошлом году, по-моему, 4-я была Климовская команда, и в этом году они не приехали. Ну, будем стараться, чтобы вот видеть сегодняшнее выступление среди взрослых, чтобы видели другие сельские поселения нашего района, округа, что можно участвовать. Не надо бояться, не надо. Они, наверное, все думают, вот там приедут Васильевы, вот там приедут Ефремовы, и нам типа там делать нечего. Нет, не надо, не должно быть такое как мышление, не знаю, там восприятие на все это. Главное участие. Надо приехать. Это же классно, когда бежать вместе с сильнейшими там спортсменами, стоять рядом и просто прокатиться в одно удовольствие. Поэтому кого увидите, кого знаете, чтобы максимально массовость нужно создавать, чтобы все поселения в следующем году приняли участие. Договорились? Максимально. У нас сколько там поселений? 10? 15? 13 поселений. За третье место награждается команда «Безумные лыжники». «Безумные лыжники» и в январе, когда на открытии... «Безумные лыжники» — это команда, по-моему, Степа Яковлев название придумал. Когда мы в январе бежали в Андреевке на открытии лыжного сезона. Вот, лыжные, и я там в том числе. Кто у нас капитан команды? Елен. А, Елен Хейш, что ли? Все, надо время поздравить. Поздравляю всех, молодцы. Как сообщить надо? Чуть-чуть проверишь, но... Второй с этим? Сообщить надо. Халим? Приятно. Ну, вообще, сообщи. А комбин будем мастер. О, Альберт, заходи, включай твой мажинь, я хочу от вас поле. Все, спасибо. А это же кому? Пинок уже жрали или второй, третий мистер? Или второй, первый? Пинок уже жрали? Или кара? Смотрите, сейчас какие у нас участники. У нас очень солидный состав, можно сказать, приехали из Москвы, можно сказать, постоянно тренируются, видео выкладывают, приятно на трассах, где легко тренируются олимпийские чемпионы, поэтому очень приятно. Степан, он участвует на многих соревнованиях по марафону, дистанции 50 километров. Как у нас среди лыжников принято, кто марафон не пробежал, не считается мужиком. Поэтому, лыжником. Да, лыжник, поэтому чувашский лыжник, у него тем более он все подписаны, наверное, знаете, да? Но про остальных девочек, у нас красавица, я не буду озвучивать, они тоже участвовали на многих соревнованиях, сейчас тоже продолжают, молодцы, так надо держать. И сборные Чувашской Республики были вот эти наши девочки, поэтому главное здоровье, чтобы продолжали династию, ну, про Вячеслава Александровича, наверное, потом будем озвучивать. Поэтому спасибо вам большое, еще раз аплодисменты. Подходите здесь. Эзер тоже? Эзер, второе место тоже прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я помогу тебе, сам можешь комментировать. Степа до сих пор сейчас сборный Чувашский Патриот ОНО. Так вот, сейчас, тем более, вам добавили, сборный Чувашской Республики, призер сейчас недавно чемпионата Республики. Второе место, да, серебряный призер. Видео выкладывают, очень приятно смотреть. Дистанция триатлон, это, как вроде скажется, легко, но очень, я считаю, дисциплина такая сложная, поэтому он действительно настоящий спортсмен, и надо стремиться к этому. Спасибо. За второе место. За второе место мы приглашаем команду семьи Васильевых. В прошлом году, да? В прошлом году вторыми вы были или первыми?
Или мы сейчас... А вас не было, да? Ну, молодцы, второй месяц сегодня отрыв нормальный был. Не смогли догнать. Ну ладно. Будем стремиться. Молодцы. Спасибо, что приехали. Так, здесь могу добавить. Значит, у нас представляет Марина сборной, основной сборной России по триатлону, мастер спорта. Поэтому, я думаю, аплодисменты, наверное, с вашей стороны. Значит, здесь находится старший тренер Чувашской Республики по триатлону. Александр Владимирович. Александр Владимирович, видите, Александр Владимирович, мы привыкли Александр, ну, Александр Владимирович, действительно, статус, да, статус уже. Ну, про Татьяну и Владислава я не буду говорить, они всегда честью представляют наш Ибрисинский, сейчас муниципальный округ, район был, поэтому сейчас вот Татьяна и Владислав, они на многих соревнованиях, на республиканских тоже в этом году достойные результаты показали. Много раз заходили призы, как говорят у нас среди лыжников. Поэтому еще раз аплодисменты. И Марине очень приятно, что уже представляет наш муниципальный округ здесь постоянно уже. Поэтому свой человек, знаем давно. Занималась тоже и лыжными гонками, биатлоном. Сейчас триатлоне добивается таких хороших результатов. Пожелаем удачи, особенно Марине, на больших таких соревнованиях. Ну, а теперь первое место. Кто же? Самые сильные, самые лучшие в это, на этот год. Это команда Нижняя Кляшево. Ефремовы. Или... Ну, Нижний Кляшево, семьи, ну не только надо, семья Ефремова, большая семья Ефремова. Вот действительно, смотрите, вот Нижний Кляшево очень приятно. Прям хорошо у них получается. И кто у нас тут? Капитан семьи Ефремовых, самый старший, премьер партнер. Ну здесь можно, конечно, тоже все знают семьи Ефремовых. Александр Васильевич является сейчас тренером по лыжным гонкам и палеотлону Ибрисинского района. Сам тоже находится в сборной Чувашской Республики по палеотлону. Добивается больших успехов. Сейчас недавно только выиграл чемпионат республики по палеотлону. Про семью Ефремова прекрасно знаем, что у них и дети, и родители не раз участвовали на больших соревнованиях, тем более вон Алексей участвовал на чемпионате мира по палеотлону. А Кристина тоже, она является мастером спорта по маунтинбайку, являлась основной сборной России по, значит, тоже по этому виду спорта. Занималась и лыжными гонками и так далее. Знаем его с такого возраста, когда она еще представляла город Канаш, но сейчас уже она наша Ибрисинская. Поэтому еще раз аплодисменты. Ура! На зимний триатлон запрещен. Как раз маунтинбайка, лыжи. Общие фотографии? Так, еще раз аплодисменты, и смотрите, вот есть на кого равняться. Действительно, молодому поколению у вас все впереди. Вот действительно посмотреть, у каждого за плечами не один пройденный километр, надо тренироваться, и все у вас получится. Еще раз аплодисменты, пожалуйста. Действительно, Владислав Васильевич вот, напомнил, рассказал про каждого из нас. Спортсменов действительно много, а чемпион один, как Вячеслав Александрович у нас говорит. Ну, на этом лыжный сезон можно считать закрытым. В новый путь, в новыми силами, возможностями. А теперь приглашаю всех, тут соседнее здание, кафе «Заходи» называется, на чаепитие. Никто не уезжаем, присаживаемся. Давайте, да, да. Коллективные фотографии, еще раз раздеваемся. Да, все вместе, школьники и взрослые. Общие фотографии. В общем,
Вы видели сами, как прошли соревнования. Вот у нас сегодня было закрытие сезона. Вот у нас главный организатор. Всем привет. Сегодня мы в Ибресинском округе закрыли лыжный сезон 23-24. Было открытие, были потом еще соревнования, а вот сегодня закрытие. Приехали команды школьников, взрослых, отлично провели время, а теперь приглашаю всех на чаепитие. Да. Вот все, все идут на банкет. Вот. И так проводит здесь закрытие лыжного сезона. Вот так. Всем приятного аппетита.